Это почта в небольшом городке. Вы не поверите, у нас все еще пользуются телеграммами, а не смс-ками. Вы пользуетесь смс-ками, а мы почтовые работники. Если нам передают телеграмму, вы всегда на посту. Мы любого клиента быстренько, моментально обслужим. Мы впереди планеты всей. Мы почтовые работники. У нас даже есть клиенты. Вот, по-моему, один идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел дать телеграмму. Телеграмму. Мы почтовые работники. Вас не подведем. Телеграмма – это мое любимое. Давайте, передавайте. Моментально, быстренько мы все сделаем, все четко, все, давай, пожалуйста. Хорошо. Значит так, телеграмма. Жора, Федя не приедет, у него проблемы на обжалование, надежды мало, дядю Федя закодировали, свадьбы не будет, хомяк сдох. Подробности письмом. Молодец. Очень четко так придумал. Содержательно. Очень хорошо. Вот одно плохо. Я не запомнил. Что, еще раз предотвратить, если можно. Хорошо. Жора, Федя не приедет, у него проблемы на обжалование. На обжалование. Надежд мало осталось. Дядю Федю закодировали, так что свадьбы не будет. И хомяк и сдох. И подробности письмом. Хомяк сдох. Боже. И подробности письмом. Еще какие-то подробности. А что с хомяком-то? Что? Я не запомнил. Все, извините. Опять не запомнили? Нет, не запомнил. Да что же это такое? Мы почтовые работники, всегда на своем посту. И вы нам расскажите, мы все сделаем. Хорошо, все. Слово в слово, понимаешь? Хорошо. У нас не бывает так, что что-то все пропало или куда-то так. Давайте заново. Хорошо. Жора, простите, в последнюю телеграмму давайте. Вы? Да. А скажите, у вас много слов? Жора, ну, в смысле, больше двух? Больше. Тогда еще я не успею. Почему не успеете? Они ж только открылись. А вы что, здесь первый раз? Да. Ну, успехов. А о чем это он? Да понятия не имею. Ходят тут всякие бомжи. Давайте работать. Говорите. Хорошо. Жора, Феня не приедет. У него проблемы. Проблемы. А какие проблемы-то? А вам какое дело? Личные? Личные. Дядю Федю закодировали, так что свадьбы не будет. Свадьбы не будет. Ай-яй-яй-яй-яй. А вот этот дядя, это случайно не Вадим этот Ступеньков? Механосборничный. Нет, похож по описанию. Это мой дядя, Василий Сюсин. Его зовут. Вас устраивает? Не, не устраивает. Что за фамилия Сюсин? Вы еще скажите Сисин. Сисин, Сюсин. Василий Сюсин, его фамилия. Это после кодирования дали, а до кодирования он был Василий Пусин. Пусин, Сисин, Сюсин, клоуны какие-то. Да какие клоуны, нормальная фамилия. Василий Сюсин, вот у вас какая фамилия? Это нормальная фамилия, какая? Красивая, между прочим, ну какая? Пиндюрин. Мы пиндюрины. Мы ведем свой род еще с Ивана Грозного. Помню, Иван Грозный моему прящу так опендюрил. Так вот до сих пор идет наш род. Вот ведет такая вот фамилия. Вот видите, какая у вас хорошая фамилия. Хорошая, да. Давайте дальше. Что дальше? Что дальше? Я начала не помню, а он что дальше? Может быть, вам помедленнее диктовать? Что, я тормоз, что ли? Давайте быстро диктуйте. Жора Федя не приедет, у него проблемы, на обжалование одежды мало. Дядю Васю закодировали, так что свадьбы не будет. Хомяк и сдох. Подробности письмо. Молодец. А еще быстрее можешь? Быстрее? Здорово у тебя так получается. Хорошо.
Жора, Федя не приедет, у него проблем, на обжалование мало, дело осталось в Вете, Васю закодировали, так что свадьбы не будет. Хомяк издох, письмо в подробности. Здорово. Я так не умею. А еще быстрее можешь? Еще быстрее? Да, еще быстрее, давай. Жора, Федя не приедет, у него по умерлению, жалование обвинением закодировали, так что свадьбы не будет, хомяк издох, подробности. Тьфу! Здорово. Я впечатлен. Только ничего не запомнил. Помедленнее. Пошёл это работники, любим же мы помедленнее. Почтовые работники, мы по обстоятельству любим, чтоб было. Жора! Так. Федя! Так. Не приедет. Я начало забыл. Слишком медленно, долго диктовал ты. Давай быстрее. Жора, мать твою! Федя как раз не приедет. Сволота-то какая, а? Мне что-то пришла идея. А не записать ли мне все это? А у вас ручки нет? Вы что, до сих пор не записывали? А у меня есть ручка. Диктуйте. Жора, Федя не приедет, у него проблемы, на обжалование надежд мало, дядю Васю закодировали, так что свадьбы не будет. Хомяк издох, подробности письмом. Записали. Записал. Сейчас. Что-то ручка не работает. Что-то... У вас нет ручки? Нет. А у меня есть. Диктуйте. Не нервничайте, давайте. Жора, Федя не приедет. У него проблемы, на обжалование надежд мало, дядю Васю закодировали, так что свадьбы не будет. Хомяк издох, подробности письмо. Записали? Записал. Ну вот, все. А вы нервничали. Все, вот. Сейчас проверим. Так. Женя. Так. Как бабушка дорого и собрали. Сейчас Сергей вырос. И со стремянками не достанешь. Пишет добросовестно Артур. Вот, все. Что это такое? Я совсем вам не то диктовал. Не то? Значит, я перепутал. Давайте еще. Давайте. Жора. Женя. Вот что, я раз сейчас Женя сказал? Вы только что сказали Женя. Теперь сказал Женя. Да вот этого никакого Жени не было, понимаете? Хорошо. Вот пускай этот Женя и сидит без телеграммы. Да я не знаю никакого Жени, не знаю никакого Жени. Пишите Жора. А я не знаю никакого Жору. Понимаете, вам и не надо знать. Почему? Я хочу все знать. Это мой приятель. Я хочу все знать. Жора, это мой приятель. Вы что, не понимаете, мой приятель. Я вас понимаю. Вы еще здесь. Я ж говорил, а там уже весна. Знаете что, давайте этот текст укорочим. Ну давайте, дешевле будет. Пишите, Жора, Федя не приедет, свадьбы не будет, ничего не будет. Записали? Что-то там... Федей. Я еще укорочу, пишите. Да, еще дешевле будет. Хомяк закодировал, так что сегодня ничего не будет. Даже не пишите так. Пишите Жора и сдохни. Подробности письмом. Написали? Я записал. И даже уже передал. Вот так. Ой, молодец. Мы почтовые работники. Спасибо. Пожалуйста. Я вас никогда не забуду.